С вами любимая компания «Электромотор». Представляем вашему вниманию новинку. Это высокопроизводительную соковыжималку с шинковками, модель Axion SC32. Значит, вот так вот она выглядит, производство России. Компания «Электромотор». Значит, данную соковыжималку можно использовать как соковыжималку, при этом производительность составляет 500 грамм в минуту, так и можно шинковать овощи, при этом производительность составляет порядка 1000 грамм в минуту. Сейчас мы покажем вам более подробно, как она выглядит. Значит, сверху находится такой вот толкатель. Далее мы будем открывать и показывать вам, что входит в комплект поставки. Первое, это вот такая вот крышка, прозрачная, для того, чтобы вы видели, что происходит внутри. Хочется отметить, это большой загрузочный бункер. То есть вы без труда можете ложить сюда небольшие овощи, в принципе, влезет даже небольшое яблоко, либо пополам. Кабачок влезет. Да, кабачок в начале роста. Во время работы, смотрите, вы жмых отодвигаете вручную, в принципе, как в большинстве других соковыжималок, то есть у вас работает соковыжималка, и вот так вот просто отодвигаете. Далее открыли нашу соковыжималку, еще в комплект поставки входят у нас вот такие вот два одинаковых стакана, очень удобно, также прозрачные. И основное, это у нас, конечно, двигатель и то, где происходит переработка. Значит, вот, такая, вот такой вот центрифужный принцип, в принципе, дистерка, да, на журавинку похоже, но по сравнению с журавинкой практически в два раза она выдает больше производительность. Шинковочный диск и вот такой вот здесь у нас барабан, в котором происходит вся обработка. Далее, что хочется еще отметить, очень удобно то, что включение у нас происходит вот такой вот кнопкой включения-выключения, то есть не напрямую сразу в сеть, а может быть у вас соковыжималка включена в сеть, а потом просто кнопкой включаем-выключаем. Стоит на присоске. Да, сейчас я к этому дойду. Еще хотела показать, очень удобно, в принципе, продумано то, что здесь вот кабель у нас не валяется по всему столу, можно так сказать, а для хранения специальный отсек используется. Для избежания вибрации соковыжималка стоит на таких вот присосках. Также очень удобно, как всегда, все технические характеристики находятся внизу у нас здесь. Внизу находится двигатель, ну и, как я уже сказала, присоски, что исключает вибрации. В комплект поставки входит также специальная насадка для измельчения овощей, то есть терки, и вот такой вот двухсторонний диск. По вопросам покупки соковыжималок Axion обращайтесь к нам в компанию «Электромотор». Контактный телефон в Киеве 53038. Как вы видите, она у нас есть в наличии. Сейчас начинается сезон яблок и других овощей, поэтому звоните к нам прямо сейчас в 53038, как я уже сказала. Также напоминаю то, что это высокопроизводительная соковыжималка-шинковка. То есть при помощи ее вы можете легко очень измельчить овощи. Контактный телефон 53038. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».